Мир Божий вам, дорогие друзья! У нас сегодня интервью, которое я даю, отвечая на вопросы епископа Альберта Радкина из программы «Взгляд с небес». Я говорю, что это интересные темы, которые я просто вдохновляю вас посмотреть, присоединиться. У них классная, классная передача. Я думаю, что это будет, может быть, хорошими моментами для того, чтобы задуматься, для того, чтобы что-то послушать.